О футболе нашем я могу сказать. Играют хорошо. Не хватает... Значит, раньше с нашими футболистами был всегда такой идеал. Значит, ну как, честь Родины. Сейчас у наших футболистов такого нет идеала. Значит, честь команды, честь игры. Честь, нет, личное здоровье. Там, что скажет тренер, я не знаю, оклад. Короче говоря, никто не торопится забивать гол, даже когда есть возможность. Играют аккуратно, осторожно. Здесь, извиняюсь за выражение, как в сексе. Если ты вовремя не трахнешь девушку, потом она может тебе не отдаться.